Надо что-то делать все-таки с инвентарем. У меня тут все забито уже. Вот револьвер можно выкинуть, хотя он... Да, можно выкинуть. Да, можно выкинуть револьвер. Или дверь я закрыл. Классный револьвер был. Третьего уровня там. Не, десятого. Stay away from a police station. Так, нам какие-то надо насосы насосать. Только... Ну, там тоже есть ребятки. Только где они? Так, иду. Ты где? Так, тут чуть-чуть недалеко нашел. Фу, иди нахрен. Большой? Взрывной тип. А, так давай его сдалека. Стой, отойди. Я отошел. Нормально вроде тебе. Так, блин, у меня даже сейчас ничего нету, надо что-нибудь выбрать. Ты их пистолетом вываливаешь? Ну это, конечно, не вариант, потому что пистолетов очень много патронов будем тратить, а проще их так поубивать. А хотя там какая-то большая скотина кричит, я слышу. А вот и он. Стоп, у меня есть бомбы? А ну подожди. Сейчас я отойду, парень, погодите. Мне надо в инвентарь заглянуть. 273. Нет, у меня есть алкоголь. Не думаю, тебе нужен алкоголь. Поэтому, пожалуй, я возьму пистолет. Я мачете им буду валять. Я попробую сдалека. Ну, промазал. Ну, хотя урон такой себе ему проходит. Посредственный. 228. Ха! Отличный урон. Не, мачете тяжелая. Тяжело бьет. Все-таки пистолеты да дробовики это классика. Мега удар. Да, он не успевает ударить. Ему не нравится. Ну, конечно, свинец в лицо. Блин, я промазал, он меня сразу оглушил. Да капец, пистолета крит вообще не идет. Надо брать вот эту вот женщину черную. Вот у нее с огнестрелом все хорошо. О, крит, наконец-то. Или это я кританул? Не знаю, но у меня было написано крит. Так, аптечка. Надо гидранты выключать. Ага, эй. Зачем? А ты их пинаешь. Ну как зачем? Чтобы насосная станция нормально воду сосала. Ну, по крайней мере, я так думаю. 237 ключ нужен? Нет. Ну ладно. Ой. У меня по 233 урон. Бля, не горящий урон наносит нехилый. Иди ты. Я из горящего пукана забрал деньги. О, еще один. А, вот этот? Нет, со спины будет большой урон. Да нафиг этот пистолет. Блин, я туда вышел. Воу-воу-воу. Все, меня выключили. Сейчас я встану. Кто-то ляжет. Да иди ты в задницу. Где этот большой скотина? У меня ярость. За мной побежал. Блин, он меня убил в режиме ярости. Ты ему один урон нанес. Он меня в режиме ярости убил. Смешно. Так тупо просрать. Кстати, тут еще пожарный гидрант. А что я здесь делаю? Мы вроде должны были быть там. А там да. Можно с двух сторон обойти на самом деле. Да вот он. Да ё-моё! Капец с ним сражаться. Ветошь. Что за ветошь? Ой-ой-ой. Вот. Ну, палка. Вас тут слишком много. Есть, я его добил. Так, а где мои аптечки? Не понял. Не алкоголь. Да вы охренели. Надо вмазаться. Срочно. Так, а вот и патроны заканчиваются резко. Огнестрел здесь вообще, вижу, не рулит, ни капельки. Да, уважаемая, целоваться не надо лезть. Какие зомби
Любвеобильные. Так, куда дальше? А, вот, вот, кстати. На нужная вещица. Так, что мне выкинуть? Я нож могу выкинуть. Так что, если что. А зачем ты его сразу сюда кинул? Ну так, быстрей. Кто-то там крикнул, пора умирать. У меня для вас есть пистолеты, парни. Ой, ой, тут их много. Дай, баллон тащи. Да ладно, их так убью. А, ты из пистолета? Ну, сейчас у них патронов и заберу. Ля-ля-ля-ля-ля. Что за пистолет? 240? Деньги, деньги. Кстати, неплохо. Та бери, а что она не берет? Вот, у них тут, кстати, сумки с деньгами. Что тут у нас? Напитки, кошелек. Возьми тут этот, напиток. Да, пистолет пытаюсь. Энергетик. Закуска. Раньше работала, когда зажимаешь F, оно меняло на оружие, а сейчас не меняет. Ну да, зажимая F, оно меняет. Не меняет, там-то и прикол. Не знаю. Тогда собирай. 215. Мне это место, в том-то и дело. Ну вот, зажал F. Давай, вот, держу. Ничего не происходит. Ладно. Тогда сожри тут энергетик и пойдем дальше. Как выкинуть? Пистолет, если я правую кнопку нажму и нажму кидать, не получается. В инвентаре это все просто делается. Слишком сложно. Да ладно, почему? Ладно, пошли, короче. Это дефективное выбрасывание. Дефект. Ладно, пусть валяется. Немножечко я заберу. Так, нам куда-то дальше надо по дорожке идти. Пока что все тихо. Ага, вон товарищи. Но мы тут обойдем. Так, ну вы хотите познакомиться поближе с моей битой? Видимо. Револьвер нашел. Нормально. Было бы для него место. Я подобрал, он сейчас выкину. Он бессмысленный. Не, канистру я заберу. Вы что, как это без канистры? Что за дом в деревне? Домик в деревне? Ну, вот, типы и стоят. Возле огня. Че, больших нет на горизонте? Нет, только мелкие. Тогда, мне кажется, зря я тащу сюда эту сраную канистру. А не, один есть. Он чуть подальше. Так, уважаемые. Сколько раз вам говорить, успокойтесь, граждане. Фу, вонючки прибежали, ой, тут слишком много прибежало. Фу, еще и вонючки загорелись, меня выняли. Тут их много. Да я вижу. Меня вонючка вывалил. И сгорел. Так капец, они горят. И воняют еще. Охренеть. Ненавижу тебя, ненавижу. Лежать. Да вот, вот эти вонючки, они весь экран делают зеленый, бесит. Ой, что-то меня кинули в такую жопу. Да вот, вот, рядом. Нет, ну не в этом плане, в жопу в плане... Я сразу в центре монстра показался. Да блин, сейчас опять вывалят. Да блин! Да блин! Вот! Эй, вот так я и хотел сделать. Что ты сделал? Меня опять убили. А, да? Извиняюсь. Да. Я не знал. У меня уже денег вообще нету. Ну это нормально. Нормально. Отнимать больше не будут ничего. Отдохни. Так. Где мои палочки? Выручалочки. Нет, не эти. Бейсбольная бита. Болт, что? Ладно, неважно.
Да. Растрачивать патроны на зомби как-то вообще не то. Ну, револьвер, дай посмотрю, как стреляет. Так же. Только револьвер. Это громче. Ну да, это тоже. Ну подойди, дай. Лежать. Громче и перезаряжается дольше. А так то же самое. Так, пока мы тут были, тут уже все отреспавнились. Заново. Это меня не сказать, чтобы радует. Да капец, они уже не умирают нифига. Может, то, что у меня палка сломалась? А, ну да, конечно. Вот так. Зато у меня есть бейсбольная бита с гвоздями. Да они просто стоят и сгорают, бля. Ну нормально, пусть горят. Они мне так больше нравятся. Парни! Парни, парни, парни. Да капец, ну вас нафиг. Воу-воу-воу. Зажали в углу. Хитрюги. Блин, она устает просто адски быстро. У меня тоже очень быстро устает. Хрясь прямо в башку. Отлично, очень вовремя достижения. Что-то как-то вообще не тащит. Вон. Чё за оружие слабое? А, так у него урон нифига нет, ур. Нафиг тогда мне это оружие. Я его в упор когда вывалил из пистолета. Вот, бейсбольная бита кровотечения. Вот лучше вот этим буду пользоваться. Пусть гудит. Так, со здоровьем все плохо. У меня еще хуже. Ну, у тебя где-то так же. Так, потом мы туда зайдем к вам. Так, есть что похавать? Занят, иди. Поломили. Да, вижу, воняют. С этой стороны повалили. Да ну вас нафиг, в таких количествах, в промышленных масштабах. Справа. Да я вижу, слева ты говоришь, вот еще он тип пришел. Да тут все пришли, кому не лень. Так они еще с оружием, они еще оружие держат. Во-во-во-во-во, надо отойти. Надо перегруппироваться. Ой, не надо. А хотя я могу сделать так и умереть. Класс! Идеально! Я залез на машину. Включил режим ярости и умер. Смотри, как они смешно делают. Он что-то завис. Ай, нифига себе завис. У меня патронов 0 на одном. Привет, пацаны. Давай разгоняйся. Воу-воу-воу, я пошутил. Хотя нет, не пошутил. Ага, давай, разгоняйся, парень. Торро, торро! Суки. Как можно? Есть, забил парня. Меня добили обычные лохи. Это да что? Это что, Бэйн? Похож. Вот он какой-то воняющий парень. Он меня и вывалил, с этой дубинкой своей. Гибкий шланг. Очень надо. А, я его на руками задолбал. Нормально. Так, пошли в шланги отключать уже эти. Вот последний, кажись. Поумирали мы, конечно, раз 50, наверное, уже за последние несколько минут. А еще где-то один. Так, у меня уровень, кстати. Так какого хрена? Ты не упал. Да, пусть будет. Нет. Вот это. О, алкоголь отреспавнился опять. Я его выкинул и убил. Ну ладно, пойдет. Ты где? Да тут стою. Думаю. Хотя что думать, нифига не надо мне. Нож кухонный, класс. 150 урона. А, это что у нас тут? Так. Что за... Yeah.
Ну вот так вот уже пойдет. Идешь? Типа того. Типа иди давай. Я кирпичи просто насобирал. Хорошо. Да нафиг тебе эти кирпичики? Кидаться. Не, ну это да, но... А, урок, глючит, это же я спрыгнул с кирпичем, у меня ничего не отняло, понял? Капец ты смешно ходишь. Ты бы себя видел. Но я когда с кирпичом не видел, я видел, ты с этим ходил. Ты с кирпичом ходишь просто как обосравшийся. О, просто, просто как будто усрался и такой идёт. Блин, я не попал. Он умер. Нормально. А чё он так далеко кирпич кинул? Сильная женщина. А что такое? Зинь, зинь, зинь. О, болты заберу. Ему. Почему бы и нет? Где кирпичик? Кия! Он был, наверное, удивлен. Так, подожди. Подожди. Что ты делаешь? На машинку хочешь залезть? Эй. Хитрый думаешь такой. Кия! Да, болт. Что с кирпичиком? Первый контакт с кирпичом. О, я немножко устал. Погодь, погодь. Я сказал, я устал. Да. Ты так залетел с ноги. А у меня просто урон больше с ноги. Тип не знал, куда падать. Бежать. Мачете обратно пришел. Успокоились. Уй. Блин, драма, на. Большая батарейка. Понятно. О, парень. Норм. Полетел такой. Так. Уважаемые товарищи. Граждане. Что ж вы делаете-то, а? Понятно.